Buongiorno, S Pharmaceutical. Come stai? Tutto bene? Добрый день. Мы находимся в первом туннеле. Это Lemon Haze. Он уже прекрасно прошел вегетативную стадию, раннюю свою, и продолжает расти. Растение очень, так сказать, uniform. Один в один. Выглядит очень классно. Сорт называется Lemon Haze. Он пахнет как свежесрезанный лимон. Вы видите, какие крутые туннели. Два слоя во избежание попадания капель и конденсата. Экстракция воздуха, вентиляция. Выглядит все очень классно. Piano di Magadino, туннель номер 2. Это тоже Lemon Haze. Выглядит очень похоже на первый туннель. В принципе, так выглядят все 10 туннелей. Единственное, что разные сорта посажены. Также есть Banana Glue, Apple Punch. Туннель номер 3. Растения были посажены чуть-чуть позже. Но выглядит тоже очень классно. Туннель номер 8. Здесь мы используем другую технологию. Растения высажены не в горшки и землю, а в кокослабы. Таким образом, мы увеличили полезную площадь. И в этом туннеле посажено 1950 растений. Это максимально эффективная площадь в таком туннеле. Numero 10, туннель номер 10. Эти клоны были посажены на прошлой неделе. Как вы видите, растения не стрессуют. Они маленькие, но достаточно зеленые. Поэтому все идет отлично. Ну и сейчас мы зайдем в стеклянную теплицу, в которой тоже используем технологию CocoSlab. Итак, это стеклянная теплица. На прошлой неделе здесь было посажено 9000 растений. Это очень много. Вот растения садятся из вот таких маленьких клонов. Видите, это корневая система. Здесь мы используем тоже технологию CocoSlab. Эту технологию можно использовать, имея очень высокую квалификацию, потому что система фертиризации и полива не позволит сделать ошибку. Также вы видите Black Shadow, затемнение для увеличения, так сказать, работоспособности. Автоматическое открытие верхних окон в теплице. Система капельного полива, которая подходит каждому цветочку. И так далее, такое прочее. В скором времени будет установлена дополнительная вентиляция, что позволит рециркулировать воздух еще лучше, еще чаще. Спасибо.